Здравствуйте! Сегодня будем готовить домашний майонез. Этот майонез очень вкусный, его легко готовить и очень быстро. И для приготовления нам понадобятся такие ингредиенты. Одно сырое куриное яйцо, холодная кипяченая вода, горчица, черный молотый перец, сахар, соль, растительное масло и половинка лимона. Начну приготовление. Предварительно хорошо вымытое содой куриное яйцо вбиваю в блендер. Сюда же в блендер чайная ложечка сахара. Пол чайной ложки соли. Пол чайной ложки горчицы. 2 чайные ложечки лимонного сока. И 5 чайных ложек холодной кипяченой воды. При желании можно добавить черный молотый перец, можно зубочек чеснока. Теперь я включаю блендер и буду постепенно добавлять растительное масло, немножко меньше стакана. Майонез готов. Вкусный, без консервантов. Вот такая густота майонеза. Если добавить чесночок, получится такая пикантная остринка. До свидания, до следующих встреч!